Hello, everybody, меня зовут Честер, и сегодня мы будем наконец-то играть в долгожданный DLC Claire's of Fear под названием «Вот вы его видите». В общем, начинаем. When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Ну, начинается он так же само, получается, как и первая часть, с шагов. Только вместо мужика теперь говорит баба. И, судя по всему, в игре есть фонарик. И, судя по всему, мы играем дочуркой. Да. Но она мне так же сама тянет, как и оригинальная часть. Так что не обессудьте. Ну, конечно, здесь же пусто. Постоянно будет пусто. Мы находимся в этом же доме, только уже после всех событий. Но в первой части было непонятно, то ли он в воспоминаниях ходил, то ли его глючило. В общем, мы как бы дочурка пришли, и что мы тут должны сделать? Пока не ясно. Давайте просто походим. Фу, вонь, ну и вонь здесь. Ну, здесь, как всегда, нет смысла открывать, да, я так понимаю, ящички и все такое. Давайте подойдем. Опа. Начинаются лаги. Клянусь, этот пес сейчас же не заткнется. Пес, как черт возьми ты здесь оказался? Вали отсюда, пока не нашел способ тебя здесь навсегда оставить. Понятно. Начинается со всякими воспоминаниями. Ну, я так понимаю, папа вышвырнул. А, нет, папа, походу, убил собаку, а девочка плачет. Мы сейчас повернемся, и что будет? А, ну висит, я думал, парит. Life. Натюрморт. И ты, я смотрю, дохлая крыса. Дохлая крыса лежала. Опа. Щелкать. Да, блин, ковыряться в этих ящичках. О, вот оно. Все эти писюльки, которые собирали мы. Только предметов нет. И картины тоже. Так, это вход в подвал. Ну, давайте сразу спустимся. Я так понимаю, переключателя нету, как? Ладно. А, мы чуть можем... Да ты что? Я должен был этого испугаться. Опять воспоминания. Нет, там было не так. Может быть... Нет, неправильно. Папочка, я говорил тебе, не соваться сюда, свой нос. Ну ладно. Пока что мы ходим по воспоминаниям этой девочки, когда она была еще юной, маленькой, любопытненькой. С этой вещью что-то не так. Так, это спальня и знаменитый граммофон. Не помню, что это тут стояло. Сейчас вспомним. Я тебя слышу. Пожалуйста, помоги мне. Больно. Мне так больно. Я больше не могу выносить эту боль. Она в шкафу? Почему ты мне не поможешь? Ты такая же, как и твой отец. Вам на меня плевать. Вы, наверное, только желаете мне смерти. Ну, ты сволочь, мамашка. Так я понимаю... Так что, мамашка сгорела в шкафу? Ага, девочка сидела в шкафу. Папочка злой. Мамочка лежала в постели, и никто ей не помогал. Наверное, так. Ну, мамочка, наверное, была больна чем-то. Раком. Я смотрела на дверь.
О, это будет странная фигня. Ага, а дверь закрыта. Значит, сюда мне доступа... Но, по-моему, я знаю, что там. Давайте не будем спойлерить для тех, кто первую часть не играл. Кто сейчас вот взял, побежал играть первую часть. Вот так. Папа, папа, где ты? Скажи, я хочу крендель. Давайте пробежимся. Оп-оп-оп, книжечки, книжечки, канончики. Дверь закрыта. Ой! Я что, книжки должен читать? Эй, выпускайте меня отсюда, давайте скорее. Когда я была маленькая, я попала в коридор и не могла выйти из него. В этом весь ужас. Наконец-то! Hey there. А, ну, привет. Подходи, не бойся. It won't bite. Оно не кусается, вот. Попробуй сама. Кто не кусается? Ах, кто? Это ноты. Не может так. Still not quite there. Все равно не то. Хватит кричать на этом пианино. Я тебе назло это буду делать. Что, неясно выражаюсь? Соткнись, отец. You know what? Знаешь что? У меня есть идея. Неси-ка сюда свои мелки. Да подожди, где треугольник, ептом? Подожди, еще раз. Не надо злиться. Такой ужас. Меня насильственно заставляют заниматься пианино. Квадратик, нолик. Я, блядь, пропустил нолик. Так, звездочка, звездочка. Треугольник. Так, давайте. Треугольник был, нолик, крестик. Вообще-то неплохо. Ты посмотри. Похоже, у нас в семье объявился талант. Все, юный талант хочет уйти нахер отсюда. Наверняка. Вот это было, да. Это было близко до кирпича. Да-да-да. У меня была собака, папа ее сжег. Ничего здесь нет. Давайте сюда. Сраная кукла. Ну, подумай, шкаф. Сейс Бразерс! Хуяк! Его поездом сбило. Я не могу сделать это для тебя. Я олень. Ой, что-то горит. Горит. Все горит. Оно жжется? Ёп! Туда пошли. Лошадка! Ух ты, меня припечатала. Ау! Ау! Принцесса? Я не знал, что ты здесь.
Нет, нет, все в порядке. Папа просто споткнулся. Просто не укладывай здесь эту херню. О, тише, тише. Беспокойся, беспокойся. Папочка просто устал. Очень устал. Ясно. Конечно, папа не говорил про не раскидывать здесь херню, но я не успел дочитать. А, ну открывается. Опа, кусочек. Мы кусочек чего-то нашли. Эй, тут мамаша нарисована. А, не, соберем. Еще один кусок, и мы будем на свободе. Оу! Fucking shit. А вот и он, последний кусок. Все, можно уходить. Спасибо. Ага, надо было просто назад идти. А вот и... Привет, барышня. Тебе не пора в постель? Ладно, сможешь посидеть здесь, только постарайся не шуметь. Папа работает. Что значит, кто это? Это мама. What? Что? That's не похоже на маму? Like? Well, ну, she does to me. А мне кажется, похоже. Так, это больше похоже на... Ах ты ж сволочь! Чтоб ты сдохла. Мне приключения по балкам. Подожди, подожди, сейчас все поправим. Это пианино или что? Так понимаю, рыться надо. Вы меня типа напугали до усрачки. Так, как мне теперь тут пройти? Ага, мне не надо это делать. Бум-бум-бум-бум. Оу! Нет! Impossible! Вставай. Звук такой, как будто не маленькая девочка встает, а какой-то взрослый мужик в этом, в экипировке. Что это, пирог? Ты что, с ума сошел? А что такое? Ты говорил, что намечается день рождения. Я просто начал. Опс. А он вместо свечей втыкнул карандаши. Все понятно с вами. Тихо, алло. Потихонечку, да не показывай ты мне ничего. На этот раз выйдет все безупречно, должно быть. Я докажу, что вы ошибаетесь. Все ошибаетесь, опять пирог. Что? Не сейчас, принцесса. Иди поиграй с куклами или порисуй мелками. Папа очень занят. Да ладно. Черт. Нет. Опять ты мелкая засранка. Снова ты. Ой, и песик бежит за ней. Беги, сука, пес, беги. Беги, сука, пес бежит за тобой. Он догонит. Да не за мной беги! Эй! Что этот пес себе возомнил? Что ты наделал? А, ты не хотела? Конечно же, это вовсе меняет, да?
Сейчас она чудесным образом снова станет целой. Давай, убирайся отсюда. Иди в свою комнату и разбирай свои вещи там. Возьми с собой игрушки и расколки одну из них. И будь настойчивым. Может быть, это... Может, ты научишься чем-нибудь еще. Ух ты ж сволочь бухающий. О, котейка. Аба, ему добавили хвост. Теперь надо, наверное, его собрать. Хоть что-то миленькое. Давайте соберем. Давай. Потихонечку. Сейчас все получится. Зачем нам свечка, не знаю. Так, здесь есть листок, который... Оп. Наверное, пригодится. Тынь-пам-пам. Ну все уже. Игра себя, походу, исчерпала, как ужас. Первая часть действительно, когда первый раз я в нее играл, это было страшно, но... Сейчас что-то оно все уже не пугает, так что там такое? А, здесь. Все? Не подходит? Нет. Шепа... Блин, это... Котейка сказал, что не подходит этот, то, что ему дал. Тихо. Все, я просто ему не то, что нужно было вставлял. Прости, котейка. Ой, какой милый. Поехали. Вот что он мне проведет. Ты больна! Ты в своем уме! Ты уже не способна... Блин, не успел прочитать. Да? Я больше не могу выносить. Тебя никогда нет рядом. Ты нужен нам. Я нужна тебе. Когда ты последний раз спал со мной? Когда ты последний раз хотя бы прикасался ко мне? Когда ты хоть понимаешь, каково мне знать, что мой муж испытывает ко мне отвращение? Ну извини, великодушно, за то, что я тружусь, как проклятый, пытаясь обеспечить семью. Но ты, конечно, права. Куда важнее шептать тебе на ухо милые глупости. Ты называешь это работой? Ты забираешься здесь целыми днями и показываешься, а потом выходишь, и от тебя несет перегаром и мочой. Ну, там дальше... Понятно. Блин, какая милая сцена. Смотрите. У нее есть свои котята. Спасибо, мама-кошка. Princess, princess, wake up. I need you to get dressed real quick. There are men coming. Some very bad men. They want to take you away from me, but I won't let them. We won't let them, will we? Yes, now I remember. Throughout all the chaos and misery, in his own flawed and misguided way, he did love her after all. His way of expressing it was a different matter altogether. Наверное, здесь будет ключ от той двери. Крыса, ложь. А, вот комната. Который мы еще... Здесь царит хаос. Я слышу вас. Я иду, мелкие мохнатые ублюдки. В этот раз вам не уйти. Куда же подевался этот чертов ключ? А и вправду, куда он подевался?
Надеюсь, этот пес не там, где я думаю. Убирайся отсюда! Я же говорил тебе, не... Так, у него в руках ключ. Не понял, что рисуем, что ли? О, летние деревья. So green and vibrant and full of life, but also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season, where they are wiser and have some stories to tell. Мы должны собрать краски, я его как-то прослушал. О. Да, жизнь. Наступает осень. Время, когда человек ищет, где укрыться. Посмотрим, что станет с нашим домиком, когда будут сгущаться тучи. Нам нужен какой-то такой темноватый. Это желтый? Нет, это не то. Не понял. Просто нужно мячик туда дотащить. Давай, 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 давай. Тихо, 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 тихо. Я давлю котов. Нет, 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 нет. Таким образом он заставляет меня давить свои игрушки. Даже котеек. Получил? Так, продолжаем. У меня запись оборвалась, потому что закончились гигабайты. Я не думал, что она будет настолько длинной DLC. В общем, мы идем вперед. Чтобы найти нужные краски. Наконец-то. Правильно, солнце согреет землю своими лучами. Нифига себе нагреет. Становится теплее и теплее. И наконец... Чудесно, правда? Сволочь. Думаю, по-своему, он желал мне добра. Он хотел, чтобы я превзошла своего учителя, надеялся, что когда-нибудь я добьюсь успеха там, где он его постигла неудача. Смогу избежать его ошибок. Видит Бог, он их совершил немного. Стоп! Твою ж мать! Все это время тут еще были двери. А вот и картины эти сраные. Иди, какие нестрёмные. И детская. Да? Чё тут как-то пусто. All right, young lady. Shall we continue? Right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Now, where was I? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner. Keep your head straight. Эй, это не я вертел. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. And yet, she did not dare to move, for she knew that that would be the end of her. The princess heard a fearsome growl. The witch had unleashed...
unleashed her familiar, the hellhound. The monster sniffed at the air, its perky ears wary of even the slightest sound. The princess remained motionless, letting the monster pass. There was a stillness in the air. The princess breathed a sigh of relief. For a moment, it seemed like the worst was behind her. And yet she knew that it was not over. There was still danger nearby, waiting for her slightest move. Frozen in terror, she kept looking straight ahead. Suddenly, she heard a terrifying cackle. It was the evil witch herself. The wretched thing despised beauty and innocence, for she had neither. The hag was near. Don't you look away! Это не я! The hag was near, just outside of view, but our heroine didn't dare to look. She had to keep her head straight, lest she be cursed by the witch's foul magic. She could almost feel the chilling touch of the witch's hand at her neck. She felt the sudden urge to run away, but fought it with all her will, for she knew that was precisely what the witch would have wanted. And then, just like that, the chill was gone. She saw a glimmer of light over the horizon. The sun was almost upon her. It was almost dawn. It was almost over. And there. The princess stood triumphant in the sun, smiling as she... Wait. That's not right. Her face. Why is she still... scared? Oh, God. I didn't mean to... Princess... I am so sorry. Получается, он нас рисовал, то есть свою дочурку, а не мамку. Ну, в смысле, жену. It's not that he was cruel. It's just that to him, reality was just a pale reflection of art. He was blind to the world, unless it was translated to him through a canvas. А не. Дверь наконец-то откроется, да? I don't know what I expected to find. A farewell note? A final will? What I found was an apology. Вы что-то видите хотя бы? Expressed in the only language he ever truly knew. At that moment, I could finally see my father for what he was. A man driven insane with sadness and guilt. Trapped in this house, a nightmarish echo chamber of past mistakes and tragedies. It was this house, a place beyond hope, beyond redemption. I knew what I had to do. Сожгла место. I had given up trying to understand my father a long time ago. But I could finally forgive him. Все равно стрёмная картина. Hey, princess, what have you got there? Oh, that's so lovely, sweetie. But why pink?
Ой, я думаю, будет какая-нибудь вторая часть, где дочурка с ума сойдет и тоже будет всякая хрень происходить. В общем, это был Layers of Fear DLC про дочурку. И она не такая страшная, как предыдущая часть игры, хотя... Да-да, там просто тут было пару моментов, а когда я первый раз играл в Layers of Fear, мне было страшно. Здесь что-то не так. Да, и финал. Опять картина, она с собой забрала картину, сожгла дом. Хо-хо-хо. Вообще, честно, не особо, да и нужное DLC. В общем, всем спасибо за просмотр, оставляйте комментарии, лайки, всем добра и пока. Увидимся в чем-нибудь еще.